Музыка без политики. Тюменские активисты партии «Справедливая Россия» готовят особые подарки для жителей городов нашего региона. Накануне поздравления уже принимал Заводоуковск, которому исполнилось полвека. Все подробности в следующем репортаже. Заводоуковске высадился музыкальный десант. В город приехал вокально-инструментальный ансамбль «Небо». Его руководитель здесь не впервые, поэтому знает, что нужно публике. Сергей давно мечтал о такой жизни. Окончив службу, молодой десантник не снимает камуфляж. Когда я служил в Рязанском воздушно-десантном училище, к нам приезжала молодая тогда группа «Голубые береты». И я тогда подумал, вот бы хорошо создать, приеду домой создать такую группу. И вот мои мечты осуществились, я играю здесь. Поющих десантников в Заводоуковск привезли сотрудники Тюменского регионального отделения партии «Справедливая Россия». Они решили устроить музыкальный тур по городам Тюменской области и таким образом привлечь новобранцев в свои ряды. И, конечно, будем привлекать больше людей в свои ряды. Все это будет сопровождаться там музыкальными концертами и различными акциями, которые мы запланировали. Впрочем, о политике здесь никто не рассуждает. Жителями Заводоуковска говорят о жизни. Люди охотно делятся проблемами и радостями. И с удовольствием участвуют в конкурсах, которые проводятся в перерывах между песнями. С песней, с музыкой, с доступной песней, с известной песней. То, что близко, то, что настроено мы на волну их сердца. А сейчас очередной конкурс. Дети рисуют мир. Через пару минут на асфальте красуются российский флаг, солдаты и цветы. Семилетняя Влада увлеклась. У нее получился целый пейзаж. Вот трава, вот цветы, а вот птицы и салют. Малыши довольны, и их родители тоже. Олеся на днях увидела афишу и пришла на концерт. Выходной удался. Понравилось, нравится. Очень хорошо поют. Заводоуковск – первый город на пути музыкантов группы «Небо» и активиста «Справедливой России». Потом они приедут в Тобольск, Уват, Ишим и Ютаровск. Юлия Сокина, Владимир Крючков, Борис Беляков. Из Заводоуковска – «Вести регион Тюмень».